Находимся мы сейчас на Монтино. Приехали сюда на метро. Вот хочу немножко вам снять. Сейчас сниму и кинотеатр. Меня вы спрашивали, как обстоят дела на Монтино. Ну вот, вместо бывшего кинотеатра Нариманова сделали вот такой торговый центр, магазин огромный. Перейду дорогу, с другой стороны тоже его вам обязательно сниму. Вот так выглядит сейчас Монтино. Так, идем по улице. Вот эти дома остались, это старые дома. Сейчас мы перейдем дорогу. Вот идем дальше. Открыли здесь кафе. Очень много кафе. Вот там находилась зубная поликлиника. Вот прям под этим домом. Стоматологическая, да, поликлиника. Сейчас перейдем дорогу. И с другой стороны тоже вам сниму обязательно кинотеатр. Сейчас мы пойдем во двор. Там жила наша хорошая, близкая, знакомая. Можно сказать, нам она даже как родня, как родственница. Сейчас снимем для нее тоже немного. С улицы Чапаева, бывшей Чапаева, ныне Ахмедря Джабли, зашли во дворики. Вот. Хочу снять немножко эти дворики. Здесь пятиэтажки, хрущевки стоят. Ну, а сзади, видите, новострой. Сейчас у нас везде так. Старые какие-то гаражи. Ищем, никак не можем найти двор, в котором жила знакомая. Вот здесь везде ларечки местные с фруктом, с яблочками, с фейхоа. Виноград, но виноград мы такой не любим, крупный. А вот королек, гранаты, мандарины. Вот увидели хорошую малаканскую капусту. А давай узнаем. Хорошая капуста. Нет, капуста хорошая. Два маната шикарные. Мне понравилось, вкусная капуста. Это нам мало. Это что нам? Ну-ка, может, еще возьмем? А? Капуста нам понравилась. Все по ходу дела. Шли совсем по-другому, но увидели. Малаканскую мы часто покупаем. Вот еще купили. Еще 1 килограмм надумали взять. Хорошая местная лавка. Чего только нету. Лук и красный, и чеснок местный. Как на базаре. И морковь черная, и редька, и капуста. Удачно зашли. Вот здесь раньше проходила трамвайная линия. Вот прямо на этом месте, по этой улице вдоль. Сейчас эта улица Ашихмула Джуме называется. А раньше называлась Левандовского. Вот сейчас зайдем. Здесь Каспаровское общежитие еще осталось. Тоже сниму вам. Вот общежитие, нам сказали. Каспаровское общежитие. Так, там вот улица Чапаева в той части осталась, на той стороне.
Вот здесь уже новострой. Все поломали. Сейчас. Вот это все, видите, уже новые здания прям в этом же дворе строят. А вот напротив пятиэтажка стоит. Вот она, старый эти пятиэтажки дом. Вдоль идут. Вдоль трамвайной линии идут, да. Эти пятиэтажки. Вдоль высшей трамвайной линии. Сейчас пойдем снимем. Вот этот вот дом. Или этот, или там вот. Или этот, или тот. Верный дом будет. Сейчас пойдем. Это вот эти дома, каспаровские дома. Вот каспаровские дома, папа говорит. Потому что я не в курсе, так как меня не было в проекте еще тогда. А здесь жила наша хорошая знакомая. Вот для нее, в принципе, и снимаем сегодня этот влог, чтобы она увидела. Ну, а может, кто-то и жил здесь давно, на Монтино, тоже узнают свои родные места и тоже будут рады посмотреть. Ну, если у людей уехали, возможности нет снять, приехать сюда. Возможности нет приехать и увидеть. Но я думаю, что таким образом я делаю кому-то, хоть кому-то доброе дело. Вот эти все дома вдоль трамвайной линии. Сейчас пройдем дальше. Там уже, видите, новостройки выглядывают. Вот, от Каспаровского общежития. Вот напротив первый этот дом. Сейчас сниму вам второй дом. Правда, здесь работа идет. Строительные работы. Но ничего. Здесь школа, что ли? Здесь напротив школа, да? Какое-то здание. Похоже. Вот сейчас. Это не школа, папа говорит. Школу мы прошли, 39-ю. Вот. Идем дальше. И вот это угловое здание тоже снимем. Да, снимем угловое. Потому что она будет узнавать, да, вот это. Поэтому этот угол. А на каком этаже они жили? Они жили, по-моему, или на втором, или на третьем. Да ты что? Ну вот, вот так выглядит сейчас двор улицы Левандовского. Нам сказали, что это бывшая улица Левандовского, ныне Аших-Джебе. Вот. И вот этот угол тоже вот так снимем, да, потому что это ориентир. Вот, вот снимаю дальше. Угол этого двора. Да, угол, внутренний угол двора. Ну а вот здесь уже, видите, новостройки строят. А здесь уже начинаются девятиэтажки. Вот дальше. Уже пошли другие дворы, девятиэтажки. Вот, возвращаемся назад, хотим поближе подойти к общежитию. Вот эти Это на месте этих новостроек с той стороны проходила трамвай. Да. Еще раз посмотрели, скажем. Да, вот папа подсказывает, чтобы я еще раз уточнила, что вместо вот этих новостроек сзади, я вам только что сняла, проходила трамвайная линия, и вот эти дома каспаровские. Они стояли параллельно. Да, параллельно трамвайной линии. Хочу снять, кто-то старинный шифонер выставил на улицу. Вот, пойдем сейчас дальше к общежитию. Да. Возвращаемся назад. Идем в сторону общежития. Так, значит, вот общежитие. Его уже тоже, видите, обнесли забором. И общежитие будут ломать. А мы сейчас пойдем к арке.
выходит на улицу. Которая выходит на улицу бывшего Чапаева. Ой, тут не одно общежитие. Вот ты вот это вот тоже снимаешь. Да, я снимаю, папа, но тут не одно общежитие. Тут два общежития. Посмотри. Вот еще одно общежитие. Да, целый комплекс. Да, целый комплекс. Вот идем к арке на улицу, к улице Чапаева. Бывший Чапаева. И ты вот эту сторону снимаешь. Вот и общежитие. Ну да. Карки. Сейчас арку тоже снимем. Мама, когда была маленькой, она приезжала к ним в гости с бабушкой моей. Ну, дружили с семьями в то время. Можно сказать, мама с папой познакомились через этих, да, благодаря этой семье. Потому что папин друг дружил. Ну, вот так как-то так получилось, что образовалась семья. Судьба. Папа до сих пор все это отчетливо помнит. Вот, идем к арке. Сейчас постараемся найти арку. Вон она, нашли, да. Здесь тоже угол общежития. Скоро вообще, папа говорит, этот район будет не узнать. Мы сами еле-еле как-то нашли, благодаря одной женщине. Она здесь 40 лет живет и говорит, я, говорит, сюда замуж как вышла. Говорит, мой муж, конечно, наверное, говорит, помнит их и знает, потому что, говорит, мой муж живет очень давно здесь, с детства. Скорее всего, и знает эту семью. Но мужа мы застать не смогли. А вот улицу она нам показала. Ну а вот арка. И выход на улицу Чапаева бывшую. Вот это здание, раньше вид у него был неприглядный, сейчас фасад поменяли, и вот так сейчас это выглядит. Вот здесь проходила трамвайная линия вдоль этих, параллельно этим домам шла. Но вот сейчас, видите, сделали, построили новостройки, я как таковую улицу закрыли, и трамвайной линии уже нету. Сейчас вместо улицы Чапаева, эта улица уже называется улица Табриз. Вот сейчас пойдем в сторону стоматологической поликлиники. И в парк хочу тоже заснять. Ну вот и детская стоматологическая поликлиника. Вот этот дом. Сейчас пойдем к парку. Вон отсюда сниму кинотеатр, который превратили в торговый центр. Вот так вот выглядит Монтино. Вот перешли дорогу и попали Наримановский парк. Он недавно, тоже не так давно, реставрировался. Мы сюда даже Альку привозили, когда она была маленькой, покатать на качелях. Сейчас вам сниму парк. Вот
так выглядит парк. Там детские аттракционы в той части. Здесь елку устанавливают, по-моему, будет елка. Погода сегодня нас опять не подвела. Вчера был ураган, а сегодня опять солнышко. Вчера так было холодно. Вот, представляете, вот это когда-то был кинотеатр.